Хорош. Хорош, хорош. Хоть и серые модификации, но эта штука дает жару. Ну а Кашечка, ну это вообще просто идеальный мужчина. Просто идеальный. Паш, можно и критовать, можно и выстрел картечью. Собрать большую толпу и до свидания. Ну Глок, я вообще молчу. Незаменимый, просто незаменимый. Стрельба по ногам. Ну а мощный выстрел, ты с ним знаком. Это вообще жесть. И все это может стать твоим. Все, что для этого надо, бомбить полицейский участок. Ну а также, конечно, полицейский байк. 99 волн. И он твой. Печка ТВ представляет. Полицейский участок. Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем, и это последний день на Земле. Чтобы собирать модификации, одна из самых важных вещей в игре. Надо защищать полицейский участок, ты в курсе? Фармить карты. Коричневые, я даже не знаю, как их назвать. Ну, самые первые, в общем, да? Зеленые, синие и сиреневые. Цвет карточки отвечает за цвет модификации, которую ты можешь выбить. Выбиваем карты, несем сюда, вставляем, готово. Выбиваем моды, собираем, и мы с тобой терминаторы. В общем, ты все знаешь. Ты 100% пройдешь 99 волн. Сколько бы раз не откисал, хаваем просто реаниматор. Где их взять, эти реаниматоры? Ну, конечно, в лаборатории Генезис. Если ты не видел прошлые видео, обязательно их посмотри. Было очень много роликов совсем недавно по лаборатории Генезис. Плюс. Для поддержания VIP-статуса это очень неплохая микротранзакция. Ну, реально, 39 рублей. Ну, ты в курсе, да? Пятая волна. Мы готовы. Скоро начнем взрывать. Блин, вот самый стрёмный, это, конечно, парень с щитом, да? Почему? Блин, он будет затягивать вообще. Вот этот вот, мужчина, ну пожалуйста, ну уберите штуку, у нас спидран. Ну в конце концов, ну ладно. В общем, расслабься, когда этот парень вот эту ерунду достает. Не занимаемся фигней. Чтобы доставать щитовика, вот так вот это делай. И побежал. Ну, как бы, да. Ха-ха, блин. А что страшного-то вообще? Вот произошло, вот скажи мне. Вот и я о том же. Что нифига. Ну, подумаешь, он тебя толкнет. Кидаем. Ждем. Можно вот так по винтику бегать. Ха-ха, грязь. Ты понял? Меня спас реаниматор. Не, это не было в плане. Я что-то развыделывался. Спас реаниматор. Вот так вот. Нет, такого плана, конечно, не было. Капец, я реаниматор уже потратил. Вот рука с жопой. Ёлки-палки. Так, ну ладно. Что поделать, да? Потратили, так потратили. Да я как бы еще могу заюзать, конечно. Ну смотри, самый опасный парень, это, конечно, с щитом, да? О чем тут речь? Вот здесь все-таки лучше винтом бегать. Почему? Вот так вот, да? И винтиком, винтиком. Да ладно, блин. Ха-ха-ха, грязь! Даже не знаю, что тебе сказать. Ну, как бы, есть такое хорошее выражение. Обтекай. Да, гранаты вещь опасная. Чё там говорить, с граникой не так. Чтобы перезарядить сейчас заново, никто не мешает тебе перезарядить. Тебе нужна одна микросхема. Вот они, красавчики, самые безопасные. Чё там говорить? Что происходит, когда ты откис? Да ничего не происходит. Мужчина твой лежит. Второй раз не откисай. Это самое главное правило в игре, да? Давай запускаем заново. Одна микросхема. Как много можно это, значит, делать? Бесконечно. Сколько тебе влезет? Дубль 2? Блинчики. Ну, гранату. Давай я сейчас покажу тебе. Давай быстро прогоним первые 5 волн. Сейчас я тебе покажу, что с гранатой было не так. Просто не рискуй, ё-моё. И все будет хорошо. Вот, пошел щитовик. Есть граната, да? Просто забей на него. Но если хочешь его взять, вот так чуть-чуть отойди. Ну ты видел, да, что я держался на расстоянии. То есть смотри на щитовика.
смотри на него, на мужчину, чтобы он был на расстоянии. Это раз. Два, вообще просто забей на него и все. Его уже добиваем с огнестрела. Да, затраты будут чуть больше, но зато нафиг никакого риска. Перед взрывом, блин, лечи ХП. Щитовик? Нет. Чтобы от взрыва вот этих, вот, сразу выходим из круга и все, да? Как только оранжевая ерунда начала, это бред вообще. Ну, то есть, ты понял, я сейчас это, не сосредоточен. Блинчики, чтобы эти пацаны убивали, это ж такое... Вон, щитовик. Что делаем? Да ничего, просто забей на него. Просто забей, да? И все, и хорошо. Где риск? Нету риска. Ну и все. Но-но-но. Можно по той схеме, как я тебе показал, значит, да? Просто следи за ним, когда бегаешь вокруг них, чтобы он всегда был на расстоянии. И не все к тебе щитом. Он всекает щитом, когда он в упор к тебе. Самый крутой способ номер один, это, естественно, мина, да? Ну и как все рукожоп получилось. Ну как получилось, так получилось. Это волны ПВО, как хотел. Как используется красавчик Граник? Вообще изи. В сравнении с гранатой... Риска просто нету. Риска просто нету. Ха-ха, блин. Просто нету. Плюс мощь. И ушел. И вот так добил. Супер, супер. Это и есть идеальное, значит, оружие убийства этих бомжей. Так, а что я сделал? Блин, вот балбес. Это есть идеально. Это вообще просто. Ждем, 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 ждем. Все подошли, взорвали, всех добили. Отлично. Мы с тобой терминаторы. Супер. Проще, блин, только в сказке, да? Щитовик, его по радару видно, что он идет. Вот так вот, расстояние. Бам, и ушел. Никакого нафиг риска нет. Вот так, хорошо. Ну да 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 мужчина, блин. Уберите штуку-дрюку, пожалуйста. А теперь, давай засекем мины. Вот это мне вообще нравится, штука-дрюка. Это вообще грязь. Самое главное, чтобы мина стояла как можно ближе к воротам. Вот так. Ой, криво поставил. То есть, если ты криво ставишь, то пацаны вот здесь пацаны могут пробежать, да, слева. Ну ладно, не страшно. Ну что, засекаем? Поехали. 15 волн, 50-я будет, ты понял. Кто выживет, я их добью, не страшно. Шикарно, да? Конечно, лучше трубки... Потом, когда завалит, значит, вот это все тут. Ну вот, примерно. Примерно посредине створок, да? Металлические ворота эти, подели как бы пополам. Когда мина не справляется с толпой, мне говорили, вот, она не убивает всю толпу. Когда будет 66-я волна, что ли? То есть там количество на одного кожеедика больше, и они прям, короче, их много, в общем. Так, примерно на глазок посерединке, да? Встал, отходишь, кидаешь. Изи, изи. Ну это вообще, да? Можно в трусах проходить. Натурально, вот реально, можно в трусишках, блин. Ну, останется там какой-нибудь добитыш, ё-моё. Ну чё? Блин, грязь вообще. Как бы, если ты нарвёшься на мину в броне, а ты в любом случае не выживешь. Мина убивает сразу. Прям в трусишках, а чё нет? Весь полицейский участок в трусах можно пройти, если у тебя есть 94 мины. Первые 5 волн, повторюсь, это вообще ерунда. 94 мины. Все, в трусах проходим весь ПВО. Ха-ха, грязь. В полубредовом, значит, состоянии. Вообще можешь не смотреть, там чай, кофе пить. Но мы с тобой сейчас фигачим, да, побыстрее, поэтому. Ну, блин, все мужчина. Вот так, хорошо. Да, до безобразия скучно. Давай я музычку включу.
Слушай, ну как бы, ну что тут засекать? Плюс-минус. О, видал, да, на меня чуваки бежали и минус работал. И даже видно было сейчас борода. Даже не знаю сколько. Ну пускай, не, ну одна минута на волну, нет, не одна минута на волну. Я думаю, за час ты пройдешь. Если с минами. Хотя, секунд 20, если идет на волну, да, то за минуту 3 волны. Полчаса, блин. 40 минут плюс-минус. 40 минут на то, чтобы пройти 99 волн. Это если минимум. Граник, да, граник уже приключение. Плюс, как бы это, главное не заснуть, там не запотеть, потому что это достаточно скучно. С гранатометом у нас хоть батл какой-то получается. А так еще. Ну и ну, и современные методы, реаниматоры. Блин, я тебе рекомендую юзать, если вот, чтобы прям получить байк. Тогда ты с первой попытки его получишь. Я точно помню, что не с первой попытки получил. Со второй или с третьей, неважно. В общем, я шел на 70 какой-то там волне, блин, откис. Ну, типа того. Последняя фантастика. Сколько мы потратили? 15 волн. Наверное, 8 минут, да? То есть 30 секунд на одну. Смотри, сколько, блин, крестиков. Хорошо, да? Ну что, давай закрепим результат фантастическим гранатометом, мне кажется. А чё нет? Мины это хорошо, но граник тоже. Просто одну волну, да, так сказать, призовую. Ну, граник это. Все, да? Ну, куда проще. И в картечь. И бам, и бам. Понял. А чё вы выжили, бомжи? Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Мультина. Ой, хорошо, еще дали карту. Если понравился ролик, конечно же, подписывайся на канал. Видос выходит каждый день. Ставь колокольчик и не пропускай. Вот такое говно вообще, каким бы ты ни был новичком, никогда его не меняй. Это что попало? Зеленые карты, даже если ты новичок. Вот это уже нормалды. Реально. Слушай, ну для 50 волн даже не знаю, что сказать. Первые карты полный хлам. Синий вообще восторг, если тебе нужен огнестрел и т.д. и т.п. Смотри, какая ерунда у нас получается. Я открою 3 зелени и, значит, синь. Синь даст мне 4 огнестрела. Вопрет, будут хорошие огнестрелы. Ну и я оставлю, увезу домой, у меня уже будет 2 или 3 сиреневые карты. Чик, хорошо, да? То есть в этом весь прикол. Вот в этих комплектах брони проходить волны, военные, я не знаю, я тебе не посоветую, я не буду рекомендовать. Просто фармить волны можно, но если ты решился идти за полицейским байком, не, ну не делай так. Будешь как это, короче, это у них слишком слабая защита, можно себя взорвать вот на раз. Чик! Еще один огнестрел. Ой, блин, еще и катана. Слушай, ну катана это огонь, да? Катана, труба, все это круто был. И, ой, и мачете. Ой, еще одна труба. Ну, короче, я не знаю, я всегда здесь доволен всему. Вот, потому что это все нужно, да? И это все прям хорошо нас развивает. Блин, ну прям нормально. Вот это тоже очень грамотно, очень круто. Зачем я хожу к пылу? Блин, потихонечку собираю сиреневые модификации, потихонечку, ну и, да? Вот это все, что я сейчас выбил. Это очень круто. А граники я теперь просто отремонтирую. В общем, удачи тебе в полицейском участке. Пока-пока.